Ёб твою мать! Совсем сдурели с крыши прыгать? Эй, а ну слезай оттуда! Ох, я тебе сейчас уши натеру, сопляк безмозглый! Природа все продумала за нас, и чтобы род человеческий не вымер к чертовой матери, по достижению определенного возраста, у нас резко меняются интересы. Это, кажется, твое? Ну нахер, я сваливаю отсюда. Так, давайте сразу расставим точки над «ё». Влюблённость — это не любовь. Вам следует искать второе и шарахаться от первого, как от чумы, мазафака! Да, зачастую их воспринимают как две степени одного состояния, но это не так. Влюблённость — это зомби-вирус, ослепляющая призма, розовые очки — это напрочь лишает тебя возможности адекватно оценить человека. Она просто ангел. Эх, бедняга. Ладно, смотри. Если ты влюблён в неё на расстоянии, она даже не знает о твоём существовании, как в лучших традициях сёнэн-манги. В тени кукошки подойди к ней и познакомься. Just do it! Потому что вполне вероятно, что при первом же разговоре с ней чары рассеются, и ты быстро поймешь, что вы совсем не пара. Знаешь, красота так обманчива. Если вы уже знакомы, скажи ей о своих чувствах. Do it! Иначе будешь жалеть об этом всю свою жизнь, вспоминая одну девочку в школе, которая, возможно, была той самой единственной. А ты так и не смог признаться ей. Если она сказала «да», поздравляю! Yes! Если она сказала «нет» хотя бы три раза, уходи и не возвращайся. Если, конечно, френд-зона не твой фетиш. Вообще, влюблённость – недуг временный, поэтому его лучше переждать. Главное в этот период – не связывать себя узами брака. Иначе, когда пелена сойдёт с глаз, последствия будут больно обратимыми. Но не будем забегать вперед. Не знаю, как у девочек, но у некоторых мальчиков по достижению потолочной, половой зрелости немного так сносит крышу. И они вдруг сами становятся неадекватными, воспринимая противоположный пол как другой биологический вид. Эй, Чикса, крутани-ка бампером, а? Труба-то иметь не могу. Так, стоп. Она тебе не Чикса, не соска, не сучка, не бикса, не самка для кекса. Она такой же человек, как и ты. Со своими мыслями и привычками, интересами и предрассудками, страхами и мечтами. Если она тебе нужна в качестве второй половинки, я дам тебе всего три совета. Понятно, что ты не можешь полностью игнорировать этот аспект, но помни, что любая красота с годами меркнет. Поэтому делать внешность главным критерием, как минимум, неблагоразумно. Восприятие внешности рассеивается сразу же, как только вы начинаете диалог.
В этот момент открывается внутреннее зрение. Если вы смеетесь над одним и тем же, а когда разговариваете друг с другом, время останавливается, это очень мощный знак. Возможно, вы уже нашли друг друга. Пойми, с годами беседа станет вашим главным занятием. А человек как книга. Нужна ли тебе красивая обложка с пустыми страницами? Или наоборот? Оглянись вокруг. Возможно, та, кого ты ищешь, давно рядом. Вы видитесь каждый день, ржете, как лошади, до колика в животе. Понимаете друг друга с полуслова. Если ты внезапно осознал, что она твой лучший друг, закуй ее в свои объятия и никогда не отпускай, потому что это она. Поиск второй половины подразумевает некую пустоту внутри тебя. То есть ты ищешь человека, который дополнит тебя, сделав цельным. Но это неправильно. Встретив свою спутницу жизни, ты уже должен быть цельным настолько, насколько это возможно. Взгляни на себя, на свою жизнь. Проведи самоанализ, выяви свои ментальные блоки, детские психологические травмы, скрытые фобии. Страх одиночества, например, это признак непринятия себя. Поэтому, прежде чем полюбить кого-либо, научись любви к самому себе. И уже после этого, обретя уверенность и внутренний покой, как говорил мастер Шифу, протяни ей свое сердце. Пойми, речь о человеке, с которым ты разделишь всю свою жизнь. И будь ты хоть тысячу раз уверен, что со своими корешами будешь не разлей вода до конца жизни, настанет момент, когда вокруг не останется никого, кроме нее. И тогда ты четко осознаешь, что не прогадал, потому что